Вот. Угу. Вот они идут, обратите внимание, в любом цвете. Есть изумруд, чернильный, думан. Их очень много. Капучино. Но я издалека посмотрела, я вообще сказала, что это каракульча. Да, многие вот, думают, вот, когда приходят, говорят, дайте да, померить каракульчу. Действительно, вот. Она очень прям я просто похожа. Потом говорю, что это, извините, это не каракульча. Каракульча-то, она ведь гораздо дороже, да? Конечно, каракульча, если хорошая, коротенькая, 120. Так, это 58 размер я взяла, ну накину. То же самое, например, вот, в пределах 20 тысяч, да? Смотрите, если женщина взрослая, не хочет молодежку, ничего, да, вот классическая шубка, без капюшона будет от 20, с капюшоном где-то 23 тысячи тоже будет, вот, рукавчик утягивается, опс, тянули, кармашки замши полностью натуральные, обработаны, руки можно спокойно класть в карманы, да, и тут спереди тоже есть кулисочка, которая утягивается, будет холодно, например, вот, раз утянули, да, там же было. Так что имейте в виду. Вот она же с капюшоном. Мерить не буду, но также покажу. Ага, и цвет. Вот, интересный. Это идет жемчуг мы назвали, это идет фламинго цвет. Вот, имейте в виду. Можем шить в любом цвете. Также стоечка представлена в думане, в капучино, в разных оттеночках. Вот. Если вдруг что. Есть думан, есть капучино, есть жемчуг на мне, фламинго. Можем шить в любом цвете, в любых размерах. На мне на данный момент 58 размер. Угу. Это касаемо кусковых шуб. Ну, дорогие мои, издалека это вот... Каракульча. Каракульча прям. Да. Очень интересная выделка. Она и главное, они очень легкие. Давайте накину в изумруде тоже, да, чтобы вы увидели с капюшончиком. Хоть одну. Угу. Размеры можно разные. Да, на мне на данный момент 56 размер. Небольшой чуть-чуть, но я вот ага. Показываю вам тоже. Вот 80 сантиметров. Угу. Там капюшон. Угу. Размерчик, чтобы вы понимали, вот он, 56 размер. Угу. Рукавчик утягивается, как я показывала, низ утягивается, и снизу утягивается тоже, кулисочка, угу. Вот она. Вот. Угу. Здесь тоже обратите внимание, вот крючок, кому холодно, кто мерзнет, да? Угу. Так, раз, закрыли и будет тепло. Здесь капюшон очень теплый, я вот примеряла, да, если когда. Если не хотите капюшон, вот так раз аккуратненько, можно выложить в форме воротника. Угу. Видите, очень интересная модель. Цвет слива, английский ага. Воротник из соболя. Ее можно носить и с поясом, и без пояса. Вот. Угу. Ее можно сшить, если что, с капюшоном. На данный момент она вот идет цельнокройная, продольная, никаких поперечных полосок на ней нету. Очень стильная модель. Она есть 46 размера по 58. Ага, 46 по 58. Да. И сколько она стоит? Эта модель будет в пределах 140. 140. Да. Ну, в пределах ориентировочно. Здесь рукав да. Утягивается. Имейте в виду, кому холодно, его можно утянуть. Угу. Ну, на мне он полноценный, да? Ну, вообще он считается как 7/8. Вот. Ну, вроде полноценный. Ну, да. Угу. Вот. Дальше покажу вам из больших размеров, что тоже популярненько. Смотрите, голубая шуба. Очень красивая. Кокон. Цвет прям такой приятный. Опа. Смотрите, спинка какая у нее интересная. Угу. В елочном исполнении идет. Плечики регланом. Здесь идет 50, я ношу 52. На мне он чуть-чуть угу. маловат. Но можем шить в любом размере. Да, это я просто показываю наличие, что у нас есть. Рукавчик, обращаем внимание, утягивается. Капюшончик закрывается. Поэтому здесь рукав полноценный, нигде ничего не отстегивается. Вот. Угу. Сам пошив елочный. Так. И кокон еще покажу, который идет популярно. Называется Александра. Александра. Мехом шито вверх, ну, и потом поперек. Ага. Смотрите, какая стильная тоже шуба. Угу.
На мне идет 52 размер на данный момент. Капюшончик у нее идет, он застегивается. Потом здесь рукавчик, он собирается вот так вот на пуговке с двух сторон. Получается манжетик такой. Угу. Вот. Также он утягивается. Вот так вот. Так, утягивается. Да. Кто хочет, утянул, кто нет, собрал на манжет. Это так вот. И вот она такой вот шуба интересная. Сколько стоит такая шуба? Такая шуба в пределах 100 тысяч идет. Угу. Ну, это окрашено или нет? Да, она идет тонированная. Угу. Такого черного, яркого в природе нету. Угу. Также хочу кокон показать. Вот один из самых наших сейчас популярных моделей. Это идет не крашеная, не тонированная. Родной цвет шкурки. Вот смотрите, свободный крой. Капюшон. Застегнули. Угу. Вот, рукавчик у нее утягивается. Раз. И утянули. Угу. Можно и так, кому как нравится. Угу. Капюшон застегивается. И можно еще вот так с подворотиком. Вот. Угу. Вот, теперь смотрим на изделие. Красота. Карманы на магните. Раз и прилипает. Ага. Очень классная вот эта выдумка на магните. Раньше ведь не было такого, да? Нет, это уже недавно. У нас нанотехнологии пошли. Нанотехнологии, точно. Вот, также у нас вот оно в открытом виде тоже очень стильно. Такая, сколько стоит? Я пропустила или... 15. С учетом скидки 150 тысяч идет. 150. Она же, вот смотрите, это с капюшоном, да? И вот точно такая же есть без капюшона. Она же, например, есть в любом цвете у меня. Угу. И в таком, и в граффити. Тут английский, популярный английский воротник. Да, и в черном есть. Ага. Видите, их очень много. Просто нужно выбрать то, что вам нужно. Угу. Вот. Что к лицу больше всех подойдет. И еще сейчас одну из моих любимых покажу. Правда, не все мои любимые, но это особо любимая. Сочетание норочки с каракулем. Смотрите, летучка. Рукавчик идет. Каракуль. Ага, вот здесь каракуль. Да, вот это вот каракуль, здесь а здесь норочка. Угу. Видите? Летучая мышь. Женщины, которые объемные, вот есть такие фигуры, грудастые, здесь мало, да? Вот им будет очень хорошо. Вот эта моделечка, они сюда вот так вот. Вроде бы такая хорошенькая у них. Вот. Кармашки у них есть, замшей полностью тоже обработано все. Обращаем внимание, натуралка. Угу. Вот. Такая сколько стоит? Такая будет в пределах 130 тысяч, потому что она идет метровая. С каракулем. Как бы это. Достаточно, ничего. Так, угу. Какие мы еще? Вот здесь вот можно жилеты показать, что они во всех цветах у нас. Вот также у нас представлены жилеты в разных цветах. Ага. Имейте в виду, есть в черном цвете, например, жилет, да, вот кому хочется просто жилетку приобрести. Угу. Также можем в любом сшить. Есть соболиный цвет, есть графит, ну, есть угу. махагон, очень много. И также можем шить в любом цвете, в котором вы захотите. Угу. Летучие мыши, обращаем внимание, что это сейчас популярные моделечки, вот они идут во всех цветах. Черная с чернобуркой, белая с куницей. Пожалуйста, здесь идет уголь цвет с рысью и капучино с куницей. Да? Вот это рысь, да? Это рыська, да. Приблизим рыську. Рысь, там капучино идет с куницей. Здесь вот это куница, да? Да, белая тоже с куницей идет. Угу. А вот это чернобурка. Чернобурка шикарная, мы ее мерили. А вот такие, просмотрите еще, вот соболями. Это идет соболь. На воротнике, английский воротник. Так, соболь воротник. Это идет летучая мышь, накладные карманы. Видите? Это мы мерили, да, очень. Да, вы мерили в шикарно цвете. Смотрится. Вот тоже стильно очень. Здесь а сколько эти стоят, напомним сейчас от покупателям? От 120 и выше. Смотря в каком мехе выберут, какой размер выберут, какую длину выберут. И какой воротник, наверное, да? Да, воротник. Угу. Есть соболь, есть рысь, чернобурка, куница. Но цены очень лояльны, очень. Да, вот 120 такие вот. С ним
кстати, вот пиджак называется, я ее не показывала вам, тоже одна из моих любимых моделей. В основном берут полненькие женщины. Вот смотрите, 80 сантиметров, попа вся прикрытая, рукав полноценный, он еще вот так утягивается. Угу. Вот так вот. Кармашек на магните. Опс, видите? Кулисочка снизу, сбоку тоже угу, утягивается. То есть можно вытянуть снизу. Воротник вот так закрыли, если угу. будет холодно. Открыли. Вот. Угу. Смотрите, какая стильная. Очень классно. Сколько вот это вот стоит она? 140 тысяч. 140. Это размер от 52, да? От 50 и до 58 они есть. Угу. То есть даже можно большой размер да. у вас заказать на фабрике. Если даже не 58, можем и 64 тоже сшить. Угу. Да, вот заказали. То есть и можно... Мы шьем до 52. Да, по своему лекалу можно выбрать где-то там в интернете шубу. Да. И отправили созвониться, нам. Да. Да, объем груди отмерили, объем бедер, объем угу. рукавов, и мы можем шить вам все, что вы хотите. Шикарно, сервис просто. Да. Так что вот так вот. Моделей очень много. Угу. Все мы не успеем показать, но стараемся показать все, что успеваем. Да? Для любимой жены, мужчины, давайте все к нам. Любит свою жену, давайте. Если вам понравилась какая-то модель, в описании к этому видео будет ссылка на Instagram Лианы. То есть вы, там есть телефон на WhatsApp или позвонить. Вы можете заказать любую модель, которая вам понравится. Доставка по всей России осуществляется. То есть связываетесь, звоните, можете вот выбрать для себя интересную модель. То есть не приезжая, можно даже заказать. И еще, если вы посмотрели это видео, приехали сюда или заказали, допустим, любое изделие, то еще дополнительная скидка у вас будет, если вы скажете, что вы от семьи Назаровых. То есть вы видели видео в Ютубе, да, и вам понравилось, и как бы вам дополнительная скидка, имейте в виду. Все.